20 лет успеха. Башкирский народный ансамбль танца «Лейсан» отмечает юбилей. На сцене собрались разные поколения артистов. Всех объединяет одно – безграничная любовь к песне и танцу. Коллектив родился в 2004 году. Развитие было стремительным, вспоминает руководитель РУ Даша Имарданова. Желающих стать частью большой творческой семьи оказалось очень много. Сначала молодежь, потом дети. И мы уже были участниками всех межнациональных праздников, проводимых Домом дружбы народов, с администрацией городского округа Самара. То есть мы уже как бы для себя были известны. И, естественно, я очень благодарна своим участникам. Благодаря им мы сохраняем культуру башкирского народа. Среди башкирских танцев выделяются мужские и женские, сольные и коллективные. Они наполнены энергичными ритмами и музыкой. Здесь каждый жест артиста имеет свое значение, рассказывает историю народа. Например, они могут заплетать волосы или умываться, или же нарезать блюда какие-то. И вот эти маленькие детали в башкирском танце могут, приобщить к башкирской культуре в целом и узнать, чем вообще занималась башкирская женщина много-много лет назад. За 20 лет творческой деятельности артисты завоевали большую любовь и известность не только в Самарской губернии, но и за ее пределами. Ансамбль активно участвует в детских фестивалях и праздниках, а в 2009 году ему было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». Баканова, Игорь Казановский. События.